Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Возможно, мне стоит обратиться к моей натуре переменчивой. Вот так? Меня и не спросили. Как же ты будешь вытягивать мои секреты? Конечно. Действительно. Да. Вы вернулись. С какими вестями? Нашли? Это же замечательно! Идемте же скорее к Аамону, проверим урну в действии. Где я? Успокойся, брат. Ты долгое время был тяжело болен. Ты ничего не помнишь. Теган, что ты здесь делаешь? И где Изольда? Многое случилось, брат, с тех пор, как ты заболел. Кое-что из этого тебе будет нелегко узнать. Тогда рассказывайте. Я хочу знать все. Больно слышать все это. Много еще предстоит сделать, это правда. Но прежде всего, я хочу поблагодарить тех, кто столько сделал для нас. Серый Страж, я знаю, ты сделал то, что должен был сделать. Я у тебя в долгу. Позволишь ли предложить тебе награду за услуги? Тогда позволь мне объявить тебя и твоих спутников героями Рэдклиффа. Вы всегда будете желанными гостями в этих стенах. А тебе, Страж, я даю щит, такой же, какие вручаются лучшим нашим рыцарям. Поговорим о Лагейне, брат. Неизвестно еще, что он сделает, когда узнает, что ты выздоровел.
Лагейн сеет смуту, не думая о том, что порождение тьмы уже у нас на пороге. Я давно его знаю, и он всегда казался мне благоразумным человеком, не из тех, кто стремится к власти любой ценой. Эамон, я сам слышал, как он заявил, что теперь трон принадлежит ему. Поверь, честолюбие довело его до безумия. Он и вправду безумен. Разве это не безумие убить Кайлана, пытаться убить меня и разорить мои владения? Однако, что бы ни произошло с Лагейном, его надо остановить. Но хуже всего то, что сейчас мы не можем позволить себе настоящую войну с ним. И не надейся, что победишь в этой битве малой кровью. Порождение тьмы истребили войска Кайлана, но не Лагейна. У него столько сил, сколько мы не сможем набрать, как ни старайся. У нас нет времени разворачивать против него военную кампанию. Кому-то придется уступить, если мы хотим, чтобы Ферелден устоял под напором порождений тьмы. Я распространю вести о предательствах Лагейна, обо всем, что он сделал и с королем, и со мной. Однако это будут обвинения без доказательств. Этот ход на время остановит союзников Лагейна. Мы должны найти претендента на трон, у которого больше прав, чем у королевы, дочери Лагейна. Брат, ты имеешь в виду Алистера? Ты уверен? Я не стал бы такое предлагать, если бы у нас был выбор. Однако же произошло немыслимое. Наши с Теганом права на трон подкрепляются только браком с особой королевской крови. То есть, они ничем не лучше Лагейновых притязаний. А вот Алистер — именно особа королевской крови. А как же я? Неужели никому нет дела до того, чего хочу я? Алистер, на тебе лежит большая ответственность. Без тебя Лагейн возьмет верх. Если бы не ты, мне пришлось бы ради блага Ферелдена поддержать Лагейна. Скажи, ты этого хочешь? Я... Но я... Нет, милорд. Я вижу только один путь. Я созываю в Денериме собрание земель, на которой соберется вся знать Ферелдена. И тогда Ферелден так или иначе сам решит, кто будет править. После этого мы займемся подлинным нашим врагом. Что ты скажешь на это, друг мой? Мне очень нужно твое одобрение. Хорошо, я разошлю вести. Однако, прежде чем продолжать, надо решить вопрос с этим магом, наставником моего сына. Я так понимаю, он все еще жив? Да, жив. Он сейчас в темнице, брат. Теган, прикажи его привести. Йован, можно даже не обсуждать твои деяния. Ты пытался убить меня, и тем вызвал череду событий, которые едва не уничтожили дело всей моей жизни. Что ты можешь сказать в свою защиту? Ничего, милорд. Только что мне очень жаль, что так вышло. Я не жду милосердия за свои грехи. Понятно. Серый Страж, у тебя есть что сказать касательно Йована? Вот как. Неожиданный поворот. Каков будет твой приговор? Мне, как пострадавшей стороне, услышать голос милосердия нелегко. Я не могу так поступить. Он злодей, и как я могу отпустить его в страну и без того опустошенную войной и хаосом? Прости, но так не пойдет. Итак, Йован, я отправлю тебя в башню Круга Магов.
Да смилуется над твоей душой Создатель. Благодарю, милорд. Итак, вернемся к собранию земель. Я могу отложить отъезд в Денерим, если ты хочешь и дальше заниматься договорами. Боюсь, когда начнется собрание земель, у тебя уже не будет такой возможности. Не хотелось бы давать Лагейну время собраться с силами, но решать тебе. Я не хочу ехать в Денерим без тебя. Превосходно. Я сейчас же отдам нужные распоряжения. Что ж, в Денерим, и да позаботится о нас Создатель. Денерим, душа и сердце Ферелдена. Это был город короля Каленхада. Здесь появилась на свет Андрасты. Иметь его на своей стороне – большая удача. Если мы одолеем Лагейна, вся страна пойдет за нами. Созвав собрание земель, я нанес первый удар. Инициатива сейчас на нашей стороне. Ему ничего не остается, кроме как выступить против нас. Он ударит в ответ. Вопрос заключается в том, как скоро. Лагейн, какая честь, что регент нашел время лично встретить меня. Как же мог я не встретить лично человека, настолько важного, что он созвал в Денерим всех лордов Ферелдена? Это когда нашей стране угрожает мор. Теперь, когда Кайлан мертв, у Ферелдена должен быть король, который поведет нас в битву с порождениями тьмы. У Ферелдена уже есть могучий вождь, королева, а я командую ее войсками. А это кто, Эамон? Еще один бродяжка, которого ты подобрал по дороге? Я-то думал, ты нянчишься только с королевскими ублюдками. Что ж, по крайней мере, ты произнес слово «королевскими». Недурное начало. Прикуси-ка язык. Это мой город. И возводить поклепы здесь небезопасно. Ни для кого. Эамон, ходят разговоры, что после болезни ты стал немощен. Некоторые опасаются, что тебе уже не по плечу быть советником Ферелдена. Посланный тобой яд. Или тебя пугает, как это прозвучит на собрании? Не все здесь отрекаются от своих клятв так же легко, как ты. Долго же тебя не было при дворе, Эамон. Неужто ты не узнаешь Рэндона Хоу, Эрла Амарантайна и Тейрна Хайвера? И нынешний Эрл Денерима, так как и Уриен, к несчастью, пал при Астагаре. Глаза разбегаются, верно? Нет у тебя никаких прав, предатель. Твои родные потеряли все свои права, когда выступили против короля. Ты либо очень храбр, либо глуп, если смеешь угрожать Терну при свидетелях. Довольно, Котриен. Сейчас не время и не место. Я надеялся уговорить тебя сойти с этого опасного пути, Эамон. Народ в страхе, король мертв, а на земли наши наседает враг. Если мы хотим преодолеть этот кризис, мы должны быть едины. Твоя сестра, королева Гвендолин, неутомимо боролась на возрождение Ферелдена. Неужели ты хочешь погубить ее труды? Стремясь во что бы то ни стало усесться на трон, ты несешь раскол нашей стране и ослабляешь нас перед Мором. Я не с тобой говорю. Я не могу простить того, что ты совершил, Лагейн.
Создатель тебя, может, и простит, а я нет. Наш народ достоин короля Тейринского рода. Алистер поведет нас к победе над Мором. А, так это все, что я должен сделать? Ничего себе. Император Орлея тоже думал, что мне его не одолеть. Его я не пощадил и тебя не помилую. Даже и не надейся. Ради своей родины я готов на все. Что ж, это было захватывающе. Не ждал, что Лагейн так скоро проявит себя. О том ведомо лишь Создателю. Быть может, он и впрямь сошел с ума. Я бы скорее поверил, что свиньи полетят, чем в то, что Лагейн Мактир предаст нашего короля. Я и не прошу, чтоб ты с этим смирился. Только помни, что его защищает союз с Лагейном. Мне всегда казалось, что он из породы тех людей, которые способны тайком пнуть бродячего пса. Никогда бы не подумал, что Лагейн станет ему доверять. Но ведь мы только что прибыли. Тебе надо было бы отдохнуть после долгого пути. Как только устроишься и осмотришься, приходи в мою гостиную. Там мы сможем обсудить наши планы более подробно. Когда будешь готов поговорить о стратегии, поднимайся ко мне. Тогда подумаем, что говорить на собрании.
Морелла, чтобы на хлебе не... ни крошки копоти, и Дон полетит прямо в кладовую вместе с тобой. Дилана, ну сколько тебе повторить? Прошу прощения, я должна вытереть пыль в гостиной Эрла. Камергер нас терпеть не может. Прошу прощения, сэр, но я не могу тут с вами. А, страж. Надеюсь, ты хорошо устроился. Это хорошо. Это... Я служанка королевы Аноры. Что ж, возможно, юная леди предпочитает рассказать все сама. Королева в трудном положении. Она любила своего мужа, так? И верила, что ее отец будет его защищать. Вдруг он возвращается без короля, и начинают ползти страшные слухи. Что ей думать? Она волнуется, верно? Но когда она пытается поговорить с отцом, он только велит ни о чем не беспокоиться. И она отправляется к Хоу. Приезд королевы к новому эрлу Данерима расценивается просто как визит вежливости. И она требует... Теперь они знают, что Анора – угроза для власти ее отца. Я думаю, ее жизнь в опасности. Сама слышала, как Хоу говорил, что от нее мертвой пользы будет... Быть может, у нас нет иного выбора. Не уверен, что мы можем позволить себе такой риск. У меня есть несколько мундиров. Эрл Хоу ежедневно вербует так много новых солдат, что на несколько лишних никто не обратит внимания. Я проведу вас к двери для слуг. Нужно пробраться внутрь и незаметно вывести королеву. Спасибо, страж. Пойдем скорее. Пусть мне еще один слуга предложит сменить одежды. Дом я подожгу. Я жду твоей команды. Да у тебя полно вопросов, верно? Уменья это врожденным не было. Годами долгими училась я ему. Хасинские легенды говорят, что ведьмы принимают форму зверей и наблюдают за их племенем из-под тишины. И если мы заметим ребенка одинокого, тогда мы нападаем и тащим его в логово свое, чтобы сожрать. Малыш кричит и бьется в исступление. Прелестная легенда. Да, я и вправду сомневаюсь, что дети стоят таких усилий. Эти вонючие сопливые создания все время хнычут и покоя не дают. Однако за вкусы матери моей не отвечаю я. Здесь, в диких землях, прожила она так много лет и делала такое, о чем не ведаю. Почему ты спрашиваешь? Хочешь знать нечто особенное? Животное имеет форму, не схожую с моей. Его движение, его манеру думать, возможно, изучить. Со временем это позволит стать ему подобной. Но изучать других людей здесь бесполезно, ведь я уже подобна им и ничему не научусь, их наблюдая. И в этой только форме... О, правда? Что ж думаешь ты о способностях моих? Достойна ли я быть сожженной на костре, как отвратительное чудовище? Малыш, ты просто полон сюрпризов, я хочу сказать. Ну, хватит разговоров. Надо торопиться, чтоб пыль нас не покрыла с головой. Пусть мне еще один слуга предложит сменить одежды. Я жду твоей команды. Мы здесь не одни. Так что нет нам уединения. Однако ж,
твой вопрос. Спрашивай. Ты хочешь сделать это на публике, не так ли? А если хорошо подумать, то мне, пожалуй, все равно. Пусть мне еще один слуга предложит. Я жду твоей команды. Пусть мне еще один. Я жду твоей команды. Возможно, временами. Мир, полный зданий и предметов, и людей, был чужд мне. Если я нуждалась в компании, то бегала с волками и с птицами летала. А если я поговорить хотела, то к деревьям обращалась. На время. Только детство быстрее проходит. Помню, как впервые покинула я земли дикие в обличье зверя. В тени я пряталась и наблюдала за горожанами. И странными они казались мне. Я у кареты даму знатную заметила в одеждах блистательных, подобие которым я не встречала раньше. Она явилась воплощением богатства и красоты, и я была ослеплена. Я проскользнула за ее спиной в карету и зеркало нашла там в оправе золотой. Оно сияло, украшенное яркими каменьями. Его к груди прижав, в восторге понеслась домой я, в земли дикие. Флемет разгневалась. Я была ребенком, не вошедшим в силу, и рисковала разоблачением ради прелестной безделушки. И Флемет мне дала урок. Зеркало отняв, она швырнула его на землю, и сердце мое разбилось вслед за ним. И глупым Флемет была права, избавив меня от наваждения. Любовь и красота уходят. В них смысла нет, во власти же он есть. Эти уроки были трудны, но ведь без них меня сегодня не было бы здесь. Правда? Я все еще отступница, хотя и покинула дикие земли, и порождение тьмы не побеждены. Нет, еще много чего осталось. И если вернуться к изначальному вопросу, наверное, в диких землях мне было одиноко. Но таков был порядок вещей. Иногда я задаюсь вопросом, что вышло бы из девочки, которая владела бы тем прекрасным золотым зеркалом? Но грезам этим нет места в реальной жизни. Рад, что ты решил нам помочь. Если с нами будет не слишком доверять, но пока...
Знаешь, может, сейчас не самое подходящее время для таких разговоров, но мне надо тебя кое о чем попросить. Мы уже все равно в Денриме, и я подумал, что мы могли бы кое-кого навестить. Ну, не то чтобы друзья. Это вообще совсем другое. Дело в том, что у меня есть сестра. Я ведь рассказывал о своей матери. Думаю, и она не знала о моем существовании. В конце концов, мое появление... Она единственная моя родня. Я имею в виду единственная, кто никак не связан с королевским... Нам грозит мор и все такое, так что я понятия не имею, выпадет ли другой случай с ней повидаться. Может, я ей чем-нибудь помогу, предупрежу об опасности, не знаю. Правда? Буду очень рад. Если с ней что-то случится, а я ее даже не повидаю... Ее зовут Галданна, и я думаю, что она снова вышла замуж, но живет по-прежнему рядом с Эльфинажем. Если мы окажемся в тех местах, то... Так ты в самом деле был женат на Брамке? Скажи. Так вот что, мальчик. Ты когда-нибудь был женат? Нет, конечно. Меня вырастила церковь. Ну так поблагодари за это самый твердый камень, какой только найдешь. Брак – это развлечение для простофиль. То есть не топотали вокруг семейной пещеры крепкие ножки маленьких огранов. Все, что мне досталось в жизни от этой махоедки – головная боль, оглохшее ухо и исцарапанная спина, которую пришлось лечить тремя разными мазями. А, так она же тебя бросила, верно? Вот ты и остался сторожем. Привет тебе, Страт. Я слыхал, что ты выступаешь против Лагей и про... И я хочу тебе помочь. Меня зовут... Я могу указать прибыльное дельце, а взамен прошу лишь скромное вознаграждение. В общем, один мой приятель видел тебя в деле. Редкостный размах, если можно так выразиться. Но мне надо знать, что еще ты умеешь? Ты когда-нибудь занимался вооруженным грабежом? Или работаешь тихо, без лишнего шума? Какое ремесло? Такая и наводка. Ты же понимаешь? О, так ты на все руки масть? Ну вот, теперь мы все выяснили. Если что понадобится, только спроси. Зови меня старому...
Итак, что тебя интересует? Есть кое-что на примете. Обчистишь без проблем. Полтинник с серебром. По рынку ходит служанка одной знатной дамы. На ней ярко-зеленое платье. Не пропустишь. При ней кошелек с неправедно нажитыми драгоценностями. Ты только... Погоди. Это действительно то, что я думаю? Вон тот дом с желтой дверью. Интересно... Привет. Да, вы белье принесли в стирку. 3 монетки за узел. Дешевле не найдете. И не верьте тому, что Наталья вам скажет. Она чужеземка. Надует бессовестно. Я не белье пришел сдавать. Меня зовут Алистер. Я... Это может странно прозвучать, но... Ты ведь Галданна? Если так, то я твой брат. Кто-кто? Я Галданна. Да? Откуда вы знаете мое имя? Что за дурацкие шутки? Ну вспомни, наша мать много лет назад до смерти прислуживала в замке Рэдклиффа. Ты об этом знаешь? Она... Так это ты? Я так и знала. А мне сказали, что ты умер, мол, ребенок умер вместе с матерью. Но я догадывалась, что они врут. Тебе сказали, что я умер? Кто такое мог сказать? Да эти, в замке. Я сказала им, что ребенок от короля, а они сказали, что он умер. Дали мне монету, чтобы молчала, и послали во свояси. А я знала. Прости, я не знал. Ребенок не умер. Это я. Я твой брат. И много мне было с того проку. Из-за тебя наша мать умерла. А я потом еле сводила концы с концами. Монеты мне ненадолго хватило. А когда я снова сунулась в замок, меня оттуда выставили. А ты еще кто такой? Мальчик на побегушках? Деньги за ним следом таскаешь? Эй, не смей с ним так разговаривать. Он мой друг и серый страж, как и я. Ух, как все серьезно. Мало что принц, так еще серый страж. И как я могу плохо думать о таком знатном и могучем господине? Я тебя знать не знаю, парень. Твой августейший папаша отымил мою мать. Забрал ее у меня. И что я за это получила? Ничего. Меня надули. Я всем об этом расскажу. Мне 5 ртов кормить. Если не можешь ничем помочь, то на кой ты мне сдался? Я прошу прощения, я не знаю, что сказать. Ну вот, допустим, нашел. Я его сестра. А ты кто? Дружок того, кто отнял у меня мать? Но неужели ты думаешь, что я желал ей смерти? Никогда! Я вырос не так, как ты себе представляешь, Галданна. Да уж, наверное. Бастард он и есть бастард, верно? Ладно. Брат не брат, а мне тут 5 ртов кормить. И время тратить некогда. Тогда давай я дам тебе обещание, Галданна. Я сделаю, что смогу. Поговорю с кем надо, чтобы о тебе и твоих детях позаботились. Звучит заманчиво, только уж извини. Ждать милости и сложа ручки я не буду. Я тебе пообещал. Больше дать тебе пока не могу. Я... Слушай, идем. Пора уже. До свидания, сестра. Да, это было... не то, что я ожидал.
мягко говоря. Я, конечно, сдержу обещание, но... Неужели это семья, которой я грезил всю жизнь? Просто не верится. Я все-таки ожидал, что она меня примет без вопросов. Разве в семьях так не заведено? Я чувствую себя идиотом. Да, мне тоже жаль. Можно было догадаться. Пойдем. Не хочу больше об этом говорить. Осторожней с этим свёртком. Вот если бы мы были... Начали. Эльфинаж закрыт. Иди своей дорогой. Превосходные гномьи Наконец и непобедимый серый страж. Вороны вновь передают тебе свое почтение. А где Зевран? Я не вижу его с тобой. Какая досада. Да, конечно. Я просто хотел поздороваться со старым другом. Вот и я, Талисон. Скажи, тебя послали сюда? Или ты вызвался добровольно? Ого, он еще что-то из себя строит. Ну, конечно, я сам вызвался. Когда я узнал, что великий Зевран сделался бродягой, то захотел своими глазами на это посмотреть. Правда? Ну так смотри же, вот он я. Зевран? Ты можешь вернуться со мной. Я знаю, почему ты так поступил, и не виню тебя. Еще не поздно вернуться. Идем со мной, и мы что-нибудь придумаем. Мы все ошибаемся. Но я не позволю этому случиться. Что? Ты превратился в тряпку. Прости, старый друг, но я отвечаю нет. Я не вернусь. А тебе следовало бы остаться в Антиве. Конечно. Не стоит выкладываться до конца. Yeah!
все. Талиесон мертв, а я освободился от воронов. Они решат, что я погиб вместе с Талиесоном. И пока я как-то себя не выдам, они... Очень хорошо. Если честно, я только на это и надеялся. Было очень приятно в вашем обществе, но теперь я думаю, не пора ли мне уйти? Это ведь тоже будет практичный поступок, а? Меня ждет свобода, которой я никогда не знал. Но думаю, что решать все же надо тебе. Так ты меня отпустишь? Правда? Пожалуй, спасение мира — это и впрямь не худшее из занятий. Ну, кто устоит от такого предложения? Ладно, я тебя не покину. Лучше вернемся к насущным делам, ведь у нас их сущая про...
Сюда! Дверь для прислуги с другой стороны дома. Туда надо пробраться мимо этой толпы. И как можно осторожнее. Эрл Хоу в доме. Поместью требуется большой ремонт, а новый Эрл, он не слишком своевременно платит рабочим. Я пойду за тобой. Нет! Гильдии плотников надоело, что Хоу вечно чем-то занят. Больше мы откладывать не будем. И каменщики тоже не будут. Да-да, тут шастые. Иди посмотри. И куда теперь отправимся? Город зовет. Мы здесь не одни, так что нет нам уединения. Ты хочешь сделать это на публике, не так ли? Ты обо мне тревожишься? Ха, да я в борделе родился, не переживай. Ты слышал? Кажется, нас одобряют. Я отвлеку охрану, ну и вы пошевеливайтесь. Каждый час тут проходят другие стражники. Если они обнаружат, что эти двое исчезли, они сразу поймут, что, как ты говоришь, что-то неладно. Я заманю их во двор. Ждите в кустах. Ой, сюда, скорее! Я что-то видела. У фонтана! Это порождение тьмы, не иначе. Порождение тьмы? Они уволокут нас под землю и сожрут. Может, на помощь позвать? Ты дурак или родом так? На помощь звать? Да нас потом задразнит, что мы как сопливые девчонки испугались росказней какой-то остроухой шалавы. Нас всех заживо сожрут, умоляю, зовите помощь.
Если там и впрямь что-то есть, а мы не поднимем тревогу, нас не задразнят, а кое-что похуже. Клянусь исподним Андрасте, ничего там нет. Но что бы ты штаны не намочил, так и быть, проверим двор. Ой, спасибо вам. Тут оно было, тут. Скорее. Я уж думала, что никогда не избавлюсь от этой парочки. Ты точно решил не надевать мундир? Никто из здешних слуг не любит Хоу. Но увидев ворвавшихся чужаков, они запросто перепугаются. Они тебе не страшны, так? Но увидев вас, они позовут стражу, и скоро весь дом будет знать, что вы здесь. Тогда придется действовать очень быстро. Да направит нас Андрасте. Эта кухня просто позор. И как только слуги прежнего Эрла... Никто и не говорил, что он прежнего. Думаю, Коу лучше сравнять это место с землей и построить студию. Тогда ему придется сравнять с землей все то, что ему принадлежит. Баранин. Коу слишком скуп, чтоб тратиться на баранин. Тогда поднимай, чего ты имеешь. Милый создатель. Серый страж уже здесь, миледи. Хвала создателю. Я бы приняла тебя как подобает, но боюсь, у нас... препятствия. Моему гостеприимному хозяину недостаточно было приставить ко мне побольше охраны. Он запечатал дверь с помощью магии. Отыщи мага, который сможет наложить заклинание. Скорее всего, он будет на стороне Хоу. Спасибо, страж. Я буду молиться за тебя. Тайрон Хоу, скорее всего, будет в своих покоях. Они в самом конце коридора налево. Тайрон Хоу, вероятно, в своих покоях. Последняя дверь налево. Тогда иди ко мне.
Я это сделаю. Что? Кто здесь? Благодарю, что устроила эту суматоху, незнакомка. Я дни напролет ждал такой возможности. Нет ничего ужаснее, чем скрип ключа в замке перед тем, как тебя бросят в темницу. Я Риордан, старший серый страж Джейдера, а ты, должно быть, один из последних новобранцев Дункана. Да, именно таким он тебя описывал. Он предложил погостить у него, и за столом я выпил чашу с отравленным вином. Я совершил большую ошибку, когда решил, что Лагейн не знает, кто я такой. Я видел его в подвалах. Возможно, он еще там. От меня в нынешнем состоянии вам будет немного проку. И, извините, мне вдруг захотелось подышать свежим воздухом. Я сам отыщу тебя после того, как найду хорошего лекаря. И удачи тебе, брат. Может быть, стоит мне попробовать? Как скажешь. Отлично! О, создатель, неужто обед еще не готов? Я пас. Эх, клянусь, у него карты мечем. Либо в могиле. Я знаю, что ты... Может быть, стоит мне попробовать?
Кто идет? Ты, наверное, считаешь себя очень умным? Кто пытается войти без разрешения Хоу? С теми мы можем делать, что захотим. Кажется, нам наконец-то подвалило развлечение, парни. Я это сделаю. Отлично! Я это сделаю.
я это сделаю. Много времени не нужно. Будет сделано. Отлично! Не бросай меня здесь! Вытащи меня отсюда! Это приказ! Это меня так решили проучить? Неужели отец посчитал забавным бросить меня здесь так надолго, прежде чем прислать тебе... Так значит, мой отец не присылал тебя сюда? Я Освин, сын Банна Сигарда из Пика Дракона. Если ты не из наших солдат, скажи, кого же мне благодарить за спасение? Тогда понятно, почему ты здесь, страж. Вашим здесь приходится тяжелее всего. Позволь мне от всего сердца поблагодарить тебя. Я уверен, не меньше тебе будет благодарен и весь Баннерн Пик Дракона. Если тебя послал не мой отец, значит, он еще не знает, каких змей он набрал себе в союзники. Обратись к нему. Я уверен, он даст тебе любую награду, которую ты пожелаешь. Так значит, Эрл Эамон все-таки приехал? Люди Хоу утвердили мне, что он и все его сторонники мертвы. Но клянусь, если только найдется, где выступить против Лагейна, мой отец обязательно будет там. А теперь мне надо домой, если ты не против. Как бы я хотел увидеть это место в руинах.
Вроде все, верно? Пожалуй, впредь стоит быть поосторожнее. Я это сделал. Их рога отрубят отступление. Слышишь? Будет сделано. Нам велели отступать. Протрубил рог, мы повернули, а потом начались крики. Мы скакали, они все кричали и кричали и... Мама, ты чуешь запах крови? Они сказали, что это только порождение тьмы, но мы и их тоже съели. Они умерли, и мы бросили их в болоте. Ведьма! Ведьма! Полагаешь, он и впрямь видел там мою мать? Или просто винит ее в своем безумии? Свет! Мама! Ты принесла свет! Как скажешь. Какой сейчас месяц? Ты враг Эрла Урина? Умоляю, кажется, я здесь полжизни просидел. Мертв? Кто же тогда правит? Воган? Его сын? Он сбил меня с ног, и я очнулся уже здесь. Все так разозлились. Мы хотели подать челобитную королю. Да уж, с тех пор, как меня схватили, многое поменялось. Мне надо узнать, что произошло. Мне надо вернуться домой или бежать из города. Спасибо за то, что ты сделал, незнакомец. Жаль, что я не могу отблагодарить тебя чем-нибудь весомым. Может быть, стоит мне попробовать? Маленький сынок Брайса Кусланда уже успел превратиться в дылду, но все еще пытается втиснуться в папочкин доспех. Никогда бы не подумал, что тебе хватит ума объявиться здесь. Впрочем, мне и в голову не приходило, что ты можешь выжить. Неуклюжий ход, детка. Для меня он был изменником, для своей страны трусом.
Поездки в Орлей – подарки от старых врагов. А я, между тем, пребывал в неведении. Твое семейство разбазаривало славу и почести, которые по праву принадлежали мне. Как удобно, что его гибель подняла меня в советники короля. И если ты думаешь, что можешь отнять это у меня, что я это допущу, ты сильно ошибаешься. Впереди новые враги! Прокляни тебя, Создатель. Я этого не заслужил. Кто здесь? Не подходи! Ты не можешь так поступить со мной! Я велю спустить с тебя шкуру! Я Эрл Денерима! Я Воган Кэндалс, наследник Эрлинга Денерима. Это правда. Слишком много наших солдат погибло под Астагаром. Когда начались беспорядки, Хоу привел своих людей, чтобы усилить здешний гарнизон. По крайней мере, он так утверждал. Едва я впустил его во дворец, он бросил меня сюда. Как он сказал, еще одна жертва эльфийского восстания. Выпусти меня отсюда, я сделаю все, что ты скажешь! Ты сам знаешь этих эльфов. Время от времени им приходит в голову, что они люди, и тогда приходится ставить их на место.
само собой. Все что угодно, только выпусти меня. Адраста, невеста Создателя, смилуйся надо мной. Альфстада, это ты, сестренка? Нет, я тебя не знаю. Или знаю. Ты настоящий? Я Ирминрик, рыцарь-лейтенант Денеримской церкви. Ты не из людей, Тейрна? Я не исполнил свой долг. Прости меня, Создатель. Я провинился, и кто теперь знает, что он натворил? Из меня никогда не вышел бы хороший бан. Альфстана лучше меня. Гораздо лучше. Но я не помню, как сюда попал. О Малификаре. Чтобы спастись бегством, он обрушил на храмовников и магов круга магию крови. Я загнал его недалеко от Рэдклиффа, но люди Тейрна отняли его у меня и притащили меня сюда. Да, он уничтожил свой амулет. Мы разошлись в разные стороны, чтобы найти его. Я был один. Ты же настоящий, правда? У меня сейчас такие странные сны. Умоляю, если ты не сон, помоги мне. Никто не может освободить меня от вины, кроме блаженной Андрасты. Отдай это кольцо Альфстанне, моей сестре. Скажи, что мне очень жаль. Умоляю, попроси ее помолиться за меня. Будет сделано. Я это сделаю.
Здесь кто-то есть. Слушай, ты ничего не ви... Стой! Ты кто? Ты не из моего наряда! Зови стражу! Здесь чужак! Спасибо. Потому что здесь сейчас два вида людей. Преданные Хоу и преданные мне. Если меня обнаружат люди Хоу, убьют на месте. А мои люди захотят проводить меня назад во дворец, к отцу, который тоже может устроить, чтобы меня убили. Именем регента я беру тебя под арест за убийство Рэндона Хоу и его людей. Сдавайся, и тебя, возможно, пощадят. Не говори ерунды. Королеву не держат в плену ни здесь, ни в другом месте. Ее отец никогда не допустил бы такого. Что? Коутрен, слава Создателю, ты здесь. Этот негодяй пытался похитить меня. Невероятно. Прикончить их. Страж нужен Лагейну живым или мертвым. Не стоит выкладываться до конца. Будет сделано.
Спасибо. Очень смешно. Мы должны спешить и держаться в тени. Если меня обнаружат люди Хоу... Скорее, страж, скорее! Если нас застанут здесь, когда все раскроется, думаю, нам мало не покажется. Ты привлекаешь к нам внимание. Сдавайся, и тебя, возможно, пощадят. Не валяй дурака. От этой дамочки можно избавиться и без того, чтобы устраивать дешевую драму. Что? Ты точно знаешь, что делаешь? Не ожидала такого мирного оборота. Возьмите стража. До остальных Лагейну дела нет. Эамон, у нас беда. Хвала Создателю. А то я уже волновался, что все пройдет как по маслу. Спокойнее. Что произошло? Стража захватили в плен. Что-что? Как это произошло? Неважно. Вопрос в другом. Как его освободить? Я знаю, где он. У Серого Стража есть кольцо, с которым я смогу определить, где он находится. Но добраться до него... совсем другое дело. У тебя такой вид, словно тебя во всем дерьме мира изваляли. Что ты сделал? Разве же это злодеяние? Это услуга обществу. И все же тебя повесят.
Желаю удачи. Скорее создатель явится сюда и споет матросскую песенку. Эй, сюда скорее! Узник умирает! Что с тобой стряслось?